Привет, друзья! Вы снова на моем канале Insanus Balletus. И сегодня я вам хочу рассказать анекдот про блондинок. Значит, встречаются две блондинки, и одна говорит: «Я вчера видела тебя с твоим новым кавалером. Какой-то он старый». На что вторая отвечает: «Он не старый, он винтажный». Вот такой анекдот. Если вам понравился, ставьте лайк, пишите комментарий. Буду ждать. Всем хорошего настроения. Пока!